Алі цього шоу. Куда мы постоянно ездим. У них всегда очень свежая, очень вкусная еда. Они себя называют рестораном. Но это, конечно, не ресторан. Все точки разбиты по, как сказать, пищевым направлениям. Может, мне сегодня съесть фруктовый коктейль? Что ты решила? Мне нравится, что они еще и указывают калорийность блюда. Вот салатный стол, можно салатик себе сварганить. Радужная форелька, ой, как я ее люблю. Или можно вон рыбку на пару взять. 78 килокалорий. Я вот два раза брала вот мясной студень мясной. Абсолютно постный, ни капли жира, это говядина с курицей. Ой, как соблазнительно. Я их люблю. Там с морепродуктами салаты. Яйцо с икрой. Наверное, мимоза. Ага, мимоза с горбушей. Селедка. Крабовый салат.
Не бойтесь, это я к дочке заглядываю в тарелку. Да, спасибо. Я тут пью американо, она пьет то ли латте, то ли капучино. Обычно я здесь вот беру йогурт с чиа. Шестьдесят семь килокалорий. Смотри, какой медовик, скорее всего, мед написано. Ой, смотри, какая симпатичная манго маракуя. Давай, нет. Я еще вообще не решила, чтобы пожрать. Я сегодня не ела. Все? Нет. Это и так уже 167 килокалорий. Вот, перекусили и теперь пошли за едой. Народу кошмар. Вот почему я здесь и не люблю снимать, потому что очень-очень много людей. Я сегодня хочу посмотреть... Пожалуй, масло я возьму у нас в пятерке. Здесь цены очень непонятные. Есть продукты, которые намного дешевле. Молоко. Молоко. Наши яйца. Тебе надо яйца? Ой, битая. Соблазн для сладкоежек. Ну и короночка. Я все ищу ножки. Рекомендуют давать йоркам глодать куриные ножки, типа они с ними справляются и безопасно. Но что-то их нету, этих ручка-ножек. Цены, конечно, пипец. Ну вот, если что, вернусь сюда, сейчас с другой стороны посмотрю. Все
всякие гуси-утки, я на них даже не смотрю. Ну вот, я говорю, как в диете было, кролик. Ну что, кролик, ну с ума сошли, кролик. Тушка кролик. Ну вот, нашла халяльную курицу подешевле, грудка с кожей. Ну, кости у меня всегда находят применение. Я Ксюше бульон варю, поэтому не расстраиваюсь. Но, тем не менее, хоть 180. Набор для холодца. Что это такое, не знаю. Эти, как их, шейки. Да. Нашла по приемлемой цене. Мне надо бутылочку в запас. Чего не взять? Где я еще такое найду? И мы опять потерялись. А я даже не достала список, чтобы смотреть, что мне надо, что мне не надо. Мне кажется, что мне... А, я вспомнила, лак для волос мне надо. А тебе надо для себя поменять? Нет, для девочек. Ой. А может, я и... А теперь я хожу регулярно в этот отдел. Ну и все, мы напокупались и едем домой. Прощай, глобус, до следующей недели. Грузимся домой. Мы еще заехали в Валберис, потому что дочка мне заказала один массажер для лица. У меня от похудения кожа начала становиться такой, как пергамент. Ну, то есть она теряет же жир, жидкость. Вот. Я хочу попробовать действенность этого массажера для лица. Вы, наверное, его видели с колючками такой. Ну, дома покажу. Не сегодня, конечно, а прямо сеанс устрою, как я буду это делать. Вот здесь у нас пункт Валберис. Сейчас дочка побежала, а я что-то устала от сегодняшнего дня, поэтому сижу в машине. Вот за такой штучкой мы заезжали в Валберис. Давно я на нее поглядывала.
даже изучила, как ее пользоваться, как кожу подготавливать, что делать после этого. Ну, потому что обратила внимание, не помню, но, знаете, бывают такие моменты, когда перед тобой какое-то зеркало или еще что, и я как-то куда-то наклонилась, и у меня прямо вот виден кожа на щеках, она такая прямо пергаментная, как мятая бумага. Это, ну, для женщины это, то есть, наряду с многими недостатками, еще и такой недостаток, это, конечно, угнетает. Попробуем, я запишу ролик. У меня сейчас надо срочно шкафы пристроить в темную комнату. Это первое, что надо сделать. Я перед этим вот этой процедурой не буду заниматься. Сами понимаете, какую пылюку я там устрою, все-таки это достаточно травматичная процедура, она немного оголяет кожу, поэтому не хочу перед тем, как делать уборку, делать вот такой вот массаж. Значит, рекомендации. Все из интернета. Пока здесь ничего не читала, хотя уже посмотрела, что здесь достаточно есть грамотная инструкция, но она на английском. Эта бумажка на русском, это сопроводиловка. Что меня всегда бесит в наших вот этих вот переторговцев. Ну, кто импортный товар закупает, а потом перепродает через свой магазин, они умудряются вот эту вот сопроводиловку. Это даже не перевод инструкции на русский язык, это там адрес торговца, откуда идет и так далее, и так далее. Здесь вот есть предупреждение, а они его заклеили. А для такой вещи, ну, и это всегда, как всегда, не отклеить. Но меня что радует, вот там я вижу где-то окошечко. Вон в окошечке есть кусочек бумажки, на которой есть буковки по применению. Значит, там будет все-таки инструкция на русском языке. Надеюсь. Потому что, если честно, когда я смотрела про этот роллер у девочек, у бьюти-блогеров, видео по применению этого роллера, некоторые вещи для меня как бы открылись. Хотя они как бы такие, ну, само собой разумеющиеся, но мне кажется, что я бы не догадалась. О, Господи, есть все-таки. Мне кажется, что я бы не догадалась их сделать и нанесла бы себе громадный вред. Инструкция по применению перед применением, ясно. И после весенне-летний необходимо нанести. Ага, и после применения. Понятно, понятно. Ну, вот, в принципе, я довольна. Но здесь, вот как раз здесь нет того, о чем я и говорю, что это про то, какие роллеры бывают. Но здесь вот нет именно того фактора указано, который я бы тоже не догадалась, что сам роллер, его тончайшие, там вот тончайшие металлические иголочки. Но я потом его вытащу и подробно покажу, кто еще этого не видел. Это как такое тончайшее иглоукалывание для возбуждения нашей кожи, чтобы кровь приступала и она становилась более эластичной. Посмотрим, что будет. Я собираюсь провести, собственно говоря, регулярную процедуру. Вот говорю, бьюти-девочки хвалят этот роллер, но правда, я ни одной бьюти-девочки моего возраста не видела, ну, значит, буду я. А молоденьким, я понимаю, молоденьким быстро все это заходит, у них еще все регенерируется очень быстро. Ну, посмотрим, какой будет эффект. Дело в том, что я почему за него спохватилась. Никакие кремы, ничего мне не помогают. Тут, видимо, нужна какая-то вот эта вот мезотерапия, или как она называется. Но я не хочу этого ничего делать. Поэтому попробую, как сказать, местными или какими-то способами немножечко все-таки активировать свою кожу и заставить ее еще немножечко поработать на мое благо. Что-то такое сказала, но я реально устала. Все, ждем видео, обязательно покажу все, как, чего, чем буду обрабатывать, чем пользовалась перед массажем, чем буду пользоваться после массажа. Все, ребята, вот на этот раз я уже заканчиваю этот ролик. Сегодня очень тяжелый был день, не знаю почему, наверное, из-за погоды. Нестабильная погода.
дождь, потом внезапно солнце, потом сухой прямо ветер, аж песок несло по асфальту, потом снова дождь, ну, в общем, не знаю почему, какое-то напряжение, какое-то нервные токи в магазине от всех исходили, в общем, плохая вот, такая психологическая составляющая, я от этого всего очень сильно устала. Все, до завтра!